друзья, есть такой редактор моих книг и статей, доцент Павел Николаевич. Вот все, что я говорю, он потом требует у меня. Это чтобы, кажется, не пропадет мой скорбный труд. Он требует у меня, потом я ему высылаю все эти фотографии, каждый раз 100-200. Приготовленная такая, ну, все не успеваю, попадает к нему в руки. Мои слова переходят в текст, но уже более взвешенный, не такой наглый, скажем так. И попадает в многие-многие сети. И польза удесятеряется и устаряется 100 раз. И это будущее книги. А вот издать, я вторую книгу еще продаю, кстати, Диана. Вот, она уникальна. Вот. Есть 2 Нобелевские премии. Настоящая, без этих, без шуток. Хотите, это покажу и докажу. Здесь есть глава происхождения жизни на Земле. Вот. У меня есть фотография, я снял с экрана. Так. И это буквально секунду займет. И там профессор, фамилия его, по-моему, Вояков. Вот. У меня есть фильм, там полностью все зафиксировано. На научном канале его речь. Так? Вот. На научном канале его речь. Все мной задокументировано и прибавлено к моему теории происхождения жизни на Земле. А в тот момент я включаю компьютер. Нет, он телевизор, он у меня все время работает, все время на научном канале. Вот. И вдруг я слышу что-то знакомое интонации. Мои! Я потом покажу вам в следующий раз. Фотографию его найду. Вот. И может быть этот фильм, может быть, кто-нибудь найдет этот фильм. Юра, может быть, ты столько фильмов уже, 1000. И он говорит: это я лихорадочно писал. Я еще не знал, что я найду его речь. Я найду его выступление на научном канале. Вот. А то, что до сих пор никто не знает, откуда взялись мы, а я говорил, не случайно слепание, не из грязных луж, а встраивались готовые структуры биополя, готовые структуры. А показывал фотографии, там вам, пожалуйста, и эти самые, и насекомые, там вам грибы, там эти самые листья, там эти... Особенно много лишайников, мхов и прочее. То есть, и вот я сейчас прочту то, что он сказал, и у него язык не повернулся сказать, откуда он это знает. Внимание! Почему? Потому что вот эта вот книга, их 1200 экземпляров, думаете, много? Она когда-то станет бестселлером, а когда-то будут говорить, ну до чего тупые у нас ученые, что они не осознали этого? Вы знаете, что такое Е равно МЦ квадрат? Ну, учили, учили в институтах, в школе проходили теорию относительности. 4 символа. Е равно МЦ квадрат. Энергия равна этому самому массе тела, умноженная на скорость в квадрате. Вы представляете, чтобы до этого додуматься, был такой, как его сказать-то, этот самый, ученые, крупнейшие ученые на планете, ему кто-то подошел, журналист, и сказал: вы знаете, в теории относительности Эйнштейна никто не может понять, якобы все 3 человека знают ее. Он говорит: ну правильно, почему 3? 2, первый Эйнштейн, второй я, а третий кто? И до сих пор так. Так же и тут. Вот здесь вот 2 Нобелевские премии. Вы поверьте, все гениально, но просто настолько. И вот я сейчас прочитаю, просто не удержу. Мне надо каждый раз застолблять, застолблять, 20 лет застолбляю. А ведь присвоят же это все не мы. Присвоят-то китайцы или американцы. Вот 2 нации осталось, где еще соображают. И так памперсников развелось столько, что даже там уже котируют только русские, да эти, да китайцы в той же Америке. Внимание. И так он произносит, а я лихорадочно записывал. Хотя потом все это уже есть и текст, и все. Вот. Но это был момент и откровения для меня. Человек выступает и говорит: вот смотрите, сейчас появляются намеки. Вот наука все, она на этом дошла и остановилась.
Намеки, нет бы сказать там гипотезы, теории, назвать фамилию Железова. Все прекрасно знают, что это мое. Сейчас появляются намеки, какая трусливость, на то, что в формообразовании организмов вода принимает важную роль. В том смысле, что она не просто растворяется, а может строить. Вода – универсальный растворитель и универсальный формообразователь. Из того, что в воде растворено, начинают собираться определенные формы, которые начинают жить собственной жизнью. Вот он, Железов. Намеки. Ну, не мог уже сказать. Ну, ладно, не назвал фамилию. Присвоить не мог. Не мог сказать правду, потому что дарвинизм, раз, и теория опалена, что случайно мы всего лишь потомки грязной лужи вот так случайно слипаются. Я бы не стал бы этого говорить. Еще не украли, еще не украли. Фактически подтвердили. Вот так, пойдем дальше. Вот, видите? А я, кстати, продать не могу. 600 рублей стоит. И цену не могу сбросить, потому что не я ценой образователь. Я всего лишь автор, скромный такой. Поехали. Так, ну что, смотрим. Смотрите на меня. Так, ладно, по порядку. Юрий Железов, здравствуйте. Спасибо, Юра. Спасибо. Теперь ученые дамы знают, что Ваулин на нашей стороне. У него из моих семечек, из моих семечек выросли прекрасные культурные абрикосы в огромном количестве. Вот. У Александра Кузнецова то же самое. Еще и он, конечно, для меня, вот то, что доктор наук, и он сам считает, что 95%. Вот. Ну, в принципе, я ближе к этой цифре. Хотя и не совсем. Вот. А вы, а, кстати, Ольга и Наталья, вы-то, запретив Мичурина, вы на нем поставив клеймо вегетативная гибридизация. Это ложь или как там? Лженаука, значит, ложь. Вы оказались к ним по одну сторону, говоря о том, что сеянцы вырастают дички. Как это оказалось? Вы разберитесь, в конце концов, с кем вы. Я потом вам объясню, в чем разница и почему так бывает, сегодня не успел. Вот. Это самая интересная наука на свете. Вот эти комбинации телегония, вегетативная гибридизация и сеянцевая гибридизация. Да? Это так интересно. Маточное, вы представляете? Ой, не могу удержаться. Пару минут. Маточное дерево, маточное, на котором плоды, оно доминантное. Со стороны прилетела пыльца, опылила. Она, как правило, рецессивная. Должно быть 3:1. Мичурин, конечно, за это похерил, извините, этого самого. Обозвал его гороховодом. Вот. А оказалось-то, что все отцы культурные воздействовали на цветки на маточном дереве, и она должна была, я это читал в прежних работах, что преобладает при этом у сеянцев, у плодов и у потомства преобладает именно характеристики маточного дерева. А у меня что не возьми, значит, все лучше, чем этого у манжурца. У Ваулина все лучше, чем у манжурца. Вот. У наших этих самых, я специалистов включаю, ну, в общем, получается, что вы оказались в одной берлоге с Мичуриным. Как вы могли его это? Это же вы же повторили его слова. Так, здорово, да? Вот тут, ну, как интересно жить. Я надеюсь, вам тоже это интересно. Все эти загадки. Если получается, что должна победить кровь от этого от маточного дерева, нет, побеждает кровь этого самого, как его назвать-то, этого самого представителя беспорядочных связей. Вот. Блюдуна или как-то. Представляете? Ладно, это я пошутил. Так. Сафронов, добрый вечер. Бахтиярова, добрый вечер. Так, у вас уже лето. Цветы и плоды. Желаю всем цветы и плоды. Вот.
Выборг. Во время прививок обнаружили, что много деревьев померзло в этом году. Ждал сигнального урожая, несколько деревьев сливы, лучи, черешни, груши. Теперь моли Бога, чтобы живы были. Так, у вас в Выборге не могли. Если это мои, погибнуть они никак не могли. Интересно, чьи они? Может быть, там внизу где-то напишите. То есть еще не поздно уточнить. Вот. Ну, черешня я еще понимаю, это почти наглость черешню выращивать на севере России. А слива, луча, груши, чего бы они погибли-то? Да, грустно. Такое в последнее время не часто встречается. Но откуда же они взялись у вас? А лучой я не занимаюсь, черешню я вам не высылал. Может быть, все-таки это не мое, я всегда за свой счет принимаю. Так, Виноградов, здравия. Сергей Александрович, Тиликтино. Так, и вам здравствуйте. Свинин, всем привет, Архангельская область, знаем, знаем, знаем. У вас предельно морозы. Я вот интересно, у вас такие урожаи были, вы мне прислали такие фотографии, я так гордился ими. А тут 40 градусов. Посмотрим, что в этом году, а вдруг ничего. Борис Соловьев, всем весеннего тепла. Спасибо, Борис. Добрый день, удачи, привет, Елена. Так, Колесникова Анастасия. Привет, Салтая, минус 5 ночью. Так, вот интересный вопрос, Иван. Можно с леса муравейник принести в сад? Нет уже разницы, какие муравьи, крупные или мелкие. Значит, подобный опыт я знаю, есть только у Хольцера. Он несколько крупных муравейников перевез в свой сад. За это был оштрафован специальными органами, там строго, это у нас можно муравейник полить ядом. Там бы сейчас бы они в тюрьме посидели, все вот эти наши феи, так называемые. Вот, вместе с журналистом этим сопливым, который сам посыпал их тоже. Но если журналист, соображай маленько, ты должен больше соображать. Ты должен, знаешь, что эти девочки случайные там этих, назначили садоводами за язык, который это. Подвешенный. Так вот, у Хольцера получилось, вроде бы перенес. Я считаю так. Муравьи, что этого делать не надо. Причина, я называю, самую простую, и мне кажется, понятно. Не бывает места, естественно, кроме там, где асфальтоукладчик и бульдозер. Если просто сад, и особо к ним сад этот особо не тревожить, вот, ну, тревожим, ну, я только покосами, жаль, конечно. И бывает, только муравейник подрастает, попадает под косу. Тут неизбежно. Это уже лес рубят. А так получается, что даже после того, как муравейник, бывает задену муравейник, они тут же забирают этих самых свои яйца и переносят на другое место. Так. И там быстренько начинают строить новый муравейник. Вот. И нету такого места, где муравей может жить, и оно пустое. И все, что вы добьетесь, это тяжелый труд, покусает, будь здоров. Значит, вы перенесли муравейник из леса, вы его посреди сада, бах, а для них пищи нету. Начинается война между муравьиными семьями. Они настолько жестоки по отношению. Они могут существовать этими компаниями уже как сообществами, но у них тогда, так же как у нас, когда-то все воевали против всех, помните, монголов там этих самых, или этих самых, готов, изготов и прочих. Вот. То есть, а какой муравей, это в стадии большинства муравейников, назовем их цивилизованным муравейником, они это прошли, у них уже давно кончились такие войны, где они уничтожали друг друга, занимая их площадь охоты. А у них давно это позади. Почему? Потому что когда-то они настолько уничтожали друг друга, что оставшимся хватало вот это, деляно, там это, и они вынуждены были существовать. И сейчас, бах, появляется муравейник посреди них, и начинается война, самая настоящая война. Им не хватит ни гусениц, ни жуков, ни пауков, ничего не хватит. Они будут воевать между собой. И в конечном счете их останется ровно столько, сколько они могут прокормить свою семью, своих детей, своих этих королев. Все. Бессмысленная работа
Абсолютно. А если кто-то это советует, потому что он сам дурак, ой, извините за выражение, ничего не понимает просто.